Привет, друзья! Сейчас я на площадке нашего форума «Россия – страна возможностей». Огромное количество разных проектов, один из которых меня очень сильно зацепил, и я хочу вам поведать и рассказать про него. Я человек, который дома собирает крышки и занимается раздельным мусором. Мне кажется, это очень важно для нашей страны, для любого города. И в будущем, я надеюсь, каждый из нас сможет делать мусор раздельным. И сейчас здесь вот это место, где люди собрали крышечки, и мы сейчас сядем на велосипед, прокрутим педали и раздробим эти крышечки. А потом я вам покажу, что из этого можно делать. В огромных масштабах можно делать что-то очень большое и полезное, а здесь я вам покажу разные простые канцелярские вещи, и мне кажется, это супер круто. Посмотрите на это огромное, клевое. Вот сейчас девушка крутит велосипед, я кину ей крышечек, а потом сама сяду на этот велосипед и тоже покручу крышечек. Итак, крышки. Одну, две. Еще зелененькую. Давайте я попробую сделать тест, а вы поддержите мой микрофон. Итак, ух ты! Итак, я кидаю крышечку, и это будет зелененькая. Поддержите, пожалуйста, и мой микрофон тоже. Это очень тяжело, друзья, но у меня, по-моему, получилось или получается. Вот так, еще чуть-чуть. Да, друзья, мне кажется, ой, это успех. Так вот, я хочу сказать, спасибо большое, я хочу сказать, что вообще раздельный сбор мусора – это непросто. Даже просто разделать крышечки – это непросто, но от этого зависит будущее нашей чистой планеты. Мне кажется, любой успешный, счастливый человек заботится не только о чистоте у себя дома, но и также о чистоте на планете. Дальше давайте посмотрим, что мы можем сделать из переработанных крышечек. Это прикольные различные магнитики. Вот такая огромная, красивая, приятная на ощупь штука. Вот название компании, если вам интересно. Вот. Моя любимая – это планшет, который я хочу выпросить себе в подарок, как журналист, вдруг мне подарят. Как вы думаете, возможно ли мне подарить этот подарок? Возьмите вашу раздатку и подарите мне планшет, и я буду сегодня следующее мероприятие вести с него. Выбросил, так говорится, подарок, но что не сделаешь для защитников планеты. Спасибо огромное, друзья. Это очень круто, экология, правда, важна, и мне кажется, вот это сегодня будет большим напоминанием каждому из наших зрителей, что важно собирать крышечки. Спасибо, до связи, удачи. С вами была Алиса.